целый мешок подарков сегодня подготовила ОАО «Пелинг». А может, не ОАО? Вы ОАО или нет? ОАО «Пелинг» для своих любимых сотрудников. Все обязательно подарим. 21 декабря. Магнат. Мы начинаем. Скажите, пожалуйста, что вы ожидаете сегодня на корпоративе? Я думаю, это будет прекрасный вечер. Ну, во-первых, это мой первый корпоратив. Я всего год работаю. Ну, жду только лучшего. То есть вы начали работу как раз после корпоратива, я правильно понимаю? Да. Татьяна. Я пока занята. Здесь. Пока занята. Она занята. А чего вы не присаживаетесь? Ай, боюсь платье помять. Платье? Хочу быть элегантной, да. Слушайте, так у вас и сумочка как-то какая, конечно, блин. Да, у меня еще и шубка такая, жалко, я ее сняла вообще и повесила. Можете одеть, мы переснимем. Да? Давайте. Ой, ну... Давайте. Так, здесь не снимать, не снимай пока. Вы сегодня танцевать планируете здесь на танцполе? Вы просто первые сюда пришли? Может быть, уже хотите? Ну, еще рановато. Рановато. Надо сначала разогреться. Да. Добрый вечер. Нет? Скажите, а вот в двух словах, чем занимается пелинг? Ремонтируют дороги в горах, я не знаю. Делают операции, связанные с нервной системой. Ремонтом автодорог. Ну, конечно, по области развозят. Кого? Возможно, что пассажиров. Может, какие-то там новинки какие-то придумывать. Крема, может, какие-нибудь что-нибудь. Крема? Да. Вы что, с ума сошли, что ли? Торгует миром, поставляет оружие и тем, чтобы наконец кто-то выиграл. Фотоаппараты, которые снимают на 500 километров. И все. У тебя снимают на 500 километров? Перевозкой? Перевозкой, да. Пассажиров, конечно же. Ну, минчан нашим. А куда? Приезжих. Конечно же, сюда, в Магнат. В Магнат. Это вы поспрашиваете у тех, кто работает. Мы уже разговаривали с ними, да, кстати. Да, да. Если этот вопрос задавали, то я ничего добавить едва не смогу. Опа-па, добрый вечер. Очень срочно тут я понял. Очень срочно тут отвлекать не стоит. Вы уже свободны, Татьяна? Нет, я охраняю пакетик. Как зовут вас? Познакомиться хотел. Только и всего? Нет, не хочу. Вам такие отношения не интересны? Нет. Как зовут вас? Алла Михайловна. Алла Михайловна, для вы... Вас. Только для вас, Алла Михайловна. А для всех просто Аллочка, да? Ну, по-всякому, да. Какой у вас рост? 1.93 м. Все, проходим нормально пока? Пока ну, да. Не цепляем там? Пока сверху. Нет. Пока нет. Вам, для вас в центре специально, чтобы вы могли прыгать, сделан такой купол. О, замечательно. То есть не переживайте, там можно по полной отрываться. Скажите, а вас как зовут? Илья. Я прошу прощения, что отрываю от поцелуйчиков. Скажите, пожалуйста, сколько лет компании «Пелинг»? Вообще без понятия. 6.5 лет. Ну, 70. 70? Ой, какие же 70? 100? 100. То есть вам последний раз этот вопрос задавали 30 лет назад? Да, наверное. А что конструируете? Конструирую различные инженерные решения. Мне кажется, ваш голос где-то я слышал. Вы на радио не работаете? Нет. А в платных звонках? Не... Нет, тоже. Сегодня в одной палитре, в одной цветовой. Да, в одном. Как у вас так получается? Даже лицо приняло форму. У меня алиби. Я бухал. Это вас расцеловали тогда? Да. Так со мной поздоровалась наша дама. Как вы думаете, кто сегодня напьется? Денис вот пришел, Сергей пришел, Денис. Паша есть, Леша, ну вот, угу. Вадим, тут Виталик вот я вижу тоже. Я, естественно. Василий, Алексей и Павел. Ну, Огородников Павел Михайлович, вы с ним там разговаривали наверху только что. Лаенков Юрий Николаевич. Больше половины точно. Стремится к даже 99%, я думаю. Да вот Алексей будет. А Алексей, как считаете? Я считаю, что Павел. Денис Незаконов, Юрий Михайлович, Вадим Бадюля, Саша Старовойтов. А где Вадим Бадюля? Он уже пошел. Пошел? Вот мы здесь собрались, работая в одном коллективе, у нас одна мысль. Поэтому очень хорошо быть на этом кооперативе. А кооператив, чтобы весело встретить год собаки, что должно быть? Много веселья, радости. И взносов. Какие взносы? Ну, в кооперативе взносы обычно.
как Паша сказал? Корпоратив. Корпоратив. Что пардон-то, пардон-то. Скажите, пожалуйста, чем вы заведуете в Пелинге? Я ведущий экономист космоса. Вы ведущий? Да. Поздравления для коллег. Можно? Ну, поздравляю, желаю побольше денег в новом году. И оснастки. Да. Всего самого хорошего. Ну, с годом собаки, чтобы не собачились в следующем году. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Пускай этот год собаки принесет много-много-много радости, успехов. И чтобы наш космос процветал. О как! И, коллеги, прекрасного вам года. Поменьше запар на работе, побольше отдыхать всем вместе. Прекрасного настроения, успехов во всех проектах. И чтобы наконец-то Пелинг начал выпускать объективы и для Никона, и для Кэнона, да? Это слишком просто. Вот так.